Вкусом. Sen bana rey. Bos. Ben rey. Bos. Dözün rey. Bos. Bu da kim? Слушание мы прокатали полностью 10-й, 9-й, прокатали 8-й. Успели за час. Нет. С вами мы, наверное, не успели, да? Иди, Сантин, дайте ей. Мы ты. Ще. Чеком ката. 7-й. Кю. Макатан? Ос. Хаджин. Ос. 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 Ще. Раз. Еб. Вот так. Я потерялась в этом моменте. Раз. Сделал, посмотрел, сделал, нанес сюда. Ос. Мугурый. Егор, мы сейчас сочинить стоим. Ос. Хаджимы. Ос. С бедрами. Ос. Ос. Без бедер. Ос. Без бедер. Ос. Ос. Без бедер. Ос. 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 Ще. Сейчас делаем по команде хаджима до того момента, когда мы в кибадайте становимся. И так подсчет. Макота. Первый три удара делаем и потом замираем. Мугуры, хаджимы. Ос. 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 Вот замах делаете вы? Да. Когда вы делаете замах, все там делается замах. Сверху, сверху, вот здесь, и пальчики наружу, пальчики наружу, пальчики наружу, то есть ладони к себе. Теперь сделали. Ос. Теперь делается вниз, с подруги, пальцы к себе. Ич. Ос. Замах сделали, 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 сделали замах и заняли. Раз. Включаем себе, не поворачивайся. Раз. Раз. Оп. Образом. Кирюха, снизу делается, с подруги, Дока показал. С подруги, не веди ее вверх. Зачем ты себя связал? Снизу опусти ее. Дока же показал. Показал, специально показал, чтобы ты это не сделал. Ты это сделал. Эч. Ос. И все время в стоечке продолжаем стоять. После этого мы делаем замах, правая сверху. Посмотрели. И здесь вот перед вами противник. Нанесли. Ос. И все время с хиките, чтобы одна ручка, двумя ручками. Джу, конечное положение. Сан. Ос. 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 Си. Ос. Ос. Г. Ос. Р. Ос. Пальчики сжаты, не растопыриваем. Си. Ос. Хэп, под 45. Ос. Ще. Мугуры два раза хаджимы. Ос. 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 Не стой опять. Ос. Чего ты не все сделал? Ос. 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 Ще. Все, сверху, тюнь. Ос. Снизу. Ос. 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 Сверху, снизу. Ос. 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 Ще. Примечание. Нету примечания. Науре. Ос. Майгену бараей. Науре. Ос. Моя готова, ей. Ос. Мы
Ты. Че. И пошли Китсуя Роси, Куникани, Хидзоути, Майя Йокаути. Здесь не путай. То есть Дзёдан сверху, Дзёдан снизу, Гэйдан отсюда. Под 45. То есть когда ты его делаешь, он делается вот сюда, в сторону, на расстоянии где-то колена от себя. В ту сторону, на расстоянии колена. Макота? Ос. Вот они последний майк бодайте. 30. Раз. Дзёдан. Тюден. Гэйдан. Сюда, вот здесь. Раз. Поворачиваешься и сбоку сделал. На коленке здесь. Макота? Ос. Мугури в режиме марафона. По два раза каждую технику. Хатта. Ос. Включаем, прям включаем. Сзади следите, чтобы ножка прямая была, Кирюха, к тебе. Ще. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Щет! Ос! Ос! Двумя ручками. Ос! Это уже серьезный бой, что вы теперь будете смотреть, что вы две ручки, когда сама делаете. Щет! Две ручки. Ос! 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 Щет! Ос! 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 Щет! Хидзоути. Ос. Хидзоути, когда мы делаем, у нас кулачок снизу. Ос. То есть прошли, сделали. Шен. Сделали. Ос. Ос. Кисть отгибается, Макс. Кисть отгибается. Шен. Чтобы... Ос. Ос. Кисть отгибается, она не снизу. Шен. Ос. 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 Шен. Ос. 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 Ще. Ос. Фиксуй мои руки. Ос. Ще. Ос. 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 Ще. Макс, точку пониже. Ос. Ос. Чтобы она была. Ты сейчас вырастаешь. Прямо вот сейчас. Ще. Ос. 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 Ще. Ос. Ос. Поворот больше такой. Ще. Мне чуть-чуть, как тебе удобно, потому что было видно, что ты сделал. Ос. Ос. Ще. Ос. 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 Ще. Рядом сверху. Ос. Второй рукой, когда мы идем, она сверху. Ос. Сверху. Ще. Ще. Ос. 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 Ще. Ос. Ос. Привычка, просто опускай глаза. Ще. Катай, это один из параметров, который оценивает. Ос. Ос. Ще. Ос. Дёрн. Ос. Сверху. Ос. Сверху. Ще. Ос. Ос. Марты чудом. Ос. Ще. Ос. Второй раз. Дёрн. Ос. Дёрн. Марты чудом с под руки. Ще. Дёрн. Ос. 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 Ще. Стопы перешли, чтобы они ровненько были. Ровно. Ос. Ос. Ще. Ос. 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 Ще. Гэйдан. Ос. Ос. Гэйдан. Вот второй раз сделай. Сейчас Гэйдан у нас. Ще. Два раза не идет. Три раза не идет. Ос. Сделай. Возьмитесь. Ос. На одной линии, Макс. Ос. Я моя. Макс, ты проходишь и сразу становишься. Ты не сдашь. Ты попал сейчас бесплатно. Как бы. Ну ничего, не будет результата. Придешь и уйдешь, понимаешь? Запретись. Надо перейти обязательно. И вкрутиться с этого положения, а не в конечное выйти. В конечное любой можно. Нужно технично грамотно сделать. Правильно, на это будут обращать внимание. Ты это знаешь. И два разика вот эту технику. Хаджима.
Ос. Ос. Чтобы стопы не развалились, ос, чтобы он ровненько было. Ше. Ос. 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 Егор. Ше. Так, чтобы так, чтобы там ничего не было. Ос. Уже вот покупали тоже. Ос. Ше. Ос. 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 Ше. И здесь рука должна быть не над коленом, а чуть-чуть сбоку. То есть полагается, что спортсмен противник стоит не напротив себя, а вот так вот. Посмотри, рядышком с тобой здесь, чтобы здесь нанести удар, ты ему хура, а потом повыше вот таким вот образом. Раз. Ши. Давай, шутар. Таура. Ос. И пошли блоки. Майга на барай. Майте. Ше. Секин Маваси Гедон Барай. Прошли и полукругом. То есть получается, вот вы стоите, да? Ручку выпрямили вперед. И вот этот круг. Вы делаете вот эту вот это полукружие. Полукруга. Раз, раз, раз. Чтобы было хикиты, вы ставите две ручки здесь. Чтобы хикиты было жестче. А раз, сделали, оттянули, сделали, оттянули, сделали, оттянули, сделали. И надо, чтобы вот центральная ваша линия, вот она, центральная линия, да, по которой вы ходите, надо, чтобы вы не здесь вот сделали. По факту я делаю блок вот этим местом, которое делается, да, от противника под 45, а противник полагается, что спереди. То есть здесь надо раз, побольше полукруг такой делать, чтобы сделать и средний уровень, и гэдон одновременно получается. Тут и дзёдон можно, когда рука летит, и тюдон, и гэдон. Вот такая? То есть как кто-то нападает, когда она... И ты такой раз, два, три, сразу же три блока делаешь. Одним блоком. Очень экономный блок, с большой производительностью. И чтобы он, когда вы проходите, вы подошли, да? То есть подошли, раз, хоп, поставили ручки. И вот он все время костяшки касаются здесь. Касаются костяшки макота. Мокурый. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Ще. И смотрим здесь, здесь, вот здесь. Ос. Ос. Ше! Ос! Ос! Перешли, выпили, дал признание. Ше! Молодцы! У тебя просто получается, что как бы ты мальчишка, хулиганистый, натура такая, и какие-то вещи ты немножко, ну так, не так более требователен к ним, правильно? В учебе точно так же, как бы это вот одна из таких вот характеристик личности, которая в технике немножко так, вот, ну, некоторые моменты не так вот точно там. Почерк чуть-чуть может хромать где-то такой. Палку в руки одуван рубить, короче. Ну, мальчишка за мной, да? Они хорошие бойцы, получается, такие агрессивные, эмоциональные, как бы, да, но по технике сложно. Вот. И ты сейчас, кстати, он подтянулся очень сильно, да? Очень подрос, как бы. Ты раньше был ниже Кирихи, да? А тут смотрю, как будто это самое. Мутация какая-то за пару дней это времени произошла, очень вытянулся. И далее Сютома Васил Пет, Капут Судати. Макота? Ос. Мугурый, два раза хорошо. Ос, 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 ос. Два движения. Прошел первый блок. Ос, ос, ос. Прошел. Ос, ос. Прошел. Ос, ос. Ос, ос. Ос, ще. Ос, ос. Ос, ос. Ос, ос, ще. Коленочку в сторону не опускай. Коленочку вперед, чтобы так не зарядили тебя. Ос, 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 ще. Замри, замри. Вот здесь немножко поправим сейчас тебя. И вот здесь ширина пояса должна быть. Раз, раз. И вот в этом положении до конца идти. Ос. Отжимай. Все вместе. Ос, ос. Ширина, видишь, у тебя пошли. Ос, ос. Ос, 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 ше, ос, ос, вот ровнее,
надо перед собой сделать. Удары.
на замедленном, раз-раз, потом проматывали, то есть если там пальчик на себя или нет. Чтобы смотрели. Вы уже видите это все, делайте страшно. Майки на мороде. Майки. Сейчас. И пошли. Тели на ей. Все. И удар ногами. Майки соку тяги. Мугуры туда-сюда два раза. Хаджима. Ос. Майки соку тяги. Ос. Вперед. И пальчик вперед тянутся. Вперед. Раз, ше. Раз. Ножка прямая. Ос. Вперед. Не вверх, а вперед. Ос. Забил. Вот здесь вот нужно, чтобы вот так вот было. Ровненько. А здесь вот так. Вот так. Ровненько здесь. Вот здесь ровненько. Не поднимать сюда вот так вот. Раз. И пальчик на себя. Вот такое. То есть в тот момент, когда оно дойдет до лица, уровень. Раз. Как раз пальцами попадает. А если ты поставишь вот так, как ты ставишь, то ты будешь попадать в пятку. Понимаешь, как бы раз. А чтобы попасть, надо раз. Раз. И тогда ты попадаешь. Видишь? Поняли смысл? Раз. И хаджимы дальше. Оус. Оус. Че. Пальчики на себя просто. Как мои идеи делаешь, только мах. Делай полный идеи. Ты мои идеи делаешь. Чура. Да? Ос. Ты вот так же мах. Делай точно так же. Как мои идеи. Ногой просто делай мах. Оус. Оп. 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 Хорошо? Оус. Оп. Ос. 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 Ще. Еще тут такой момент. Ос. 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 То, что когда мы мах сделали, тут ставится нога и потом выход стоит. Раз. Мах сделали, поставили и сюда. То есть нога возвращается. Вот это. Ос. Помните? Ос. Во всех вот, все туда или сапуту то же самое. Хорошо. Ос. Ноги возвращается, раз, да. Ос. Раз, возвращается. Ще! Ос. Ос. Пальчики сжатые. На ноги и на руках. Ще! Ты сёку маласи соток яги. Внутри. Ножка повернулась вот таким вот образом. То есть, если выпрямить руку вперед, раз. То есть, не боковой, вот так, косточки там, да? А раз. Хоп. Александр Иванович показывает, что из бунка и когда там ножом разбил, смог и сбиваешь его там. По сути. Вот. Покатай. Хорошо. Ос. Ос. И вот центральная линия, где он тебе прилетает, как раз ты должен сбить. Ос. Это можно использовать не только как удар, но как блокирующий какой-то. Чем? Ты знаешь, что ты сигарету показать наступление выбиваешь. Ос. Кстати, да. Ос. Надо будет это. Для показательных выступлений, как тренироваться, деревяшку сделаем так. Кто-нибудь становится, а кто у нас растяжка, самый лучший ранен. Да? Чтобы она становилась. Туда, короче. Чё ты я придумал? И теперь хайсоку мавасю учит яйца. Положение ноги. Вот такое вот. Вот эти места. Короче, местом, которым мы наносим удар, да, у нас получается этим местом мы делаем что у нас? Маваху, да? Раз. Ну, грубо говоря, вот на хайсоку. Как у нас удар называется? Хайсоку. Опять-таки маваси. Ути внутрь кияги. То есть этим местом, которым мы наносим удар, поставили и вот эти места, закапучие цукамото делает постоянно. Ногу раз, показывает магии, он куча кольцов сюда раз, вот он и есть вот этот. Только здесь он более в таком техничном исполнении. Хорошо, два раза. Раз, молодец. Раз, молодец. Раз, молодец. Сейчас. Отлично, туда заложили мы молоды. Ще. И здесь, а вот отсюда. Ше. Отсюда. Вот типа выше. Ше. Ос. Ще. Ос. 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 Ще. Сапуто, ёпки.
тянешь пальчик большой на себя, ты вниз. И вот в таком положении, Кирюха, надо сделать мах. Подразумевается, что ты делаешь мах в подбородок. То есть стоит человек на тебя, и ты подходишь здесь. И мах на тебя. Чух! Будем считать, что это подбородок снизу, так? Сюда. Раз, вот так. С окутом. Мах. Чух! Покатай. Пошел. То есть пяточка должна быть выше. Если у тебя вот так вот нога ставится, то извините, место бьешь, правильно? Надо бедра разворачивать. Боком поворачивайся, боком поворачивайся, носочек для себя тяни. Боком поворачивайся. Раз. То есть положение бедра. Можете вы бедрами работать или нет? Сейчас. То есть ранрака 9 и 8 туз соединяется, и 7 исполняется сразу для ранрака. Давайте! Шаг вперед, сэкин, я под суть тюдан. Шаг вперед надо сделать. Ич. И сделать левой рукой. Раз. Удар сделали. На носочек сзади. Раз. Теперь сокнули ручку. Стопу повернули. Делаем майгири. Хопа, майгири. Раз, оус, встали. Стопу поворачиваем, руки меняем, защищаемся. Майгири. Оус. И гиакосуки левый. Оус. Оус. Возврат. По прикрытию рукой. Маваты. Ще. И пошли хаджимы. С шагом. Оус. Рука, нога правая, левая нога. Ты что сейчас сделал? Ты вот у нас даешь на желтый пояс, а блин, короче, не можешь сделать на синий. Назад вернулись сюда спиной. Вот мы камайте сделали. Здесь надо сделать что? Шаг вперед сделать. Раз. Нанести левой рукой. Рука. Теперь полетела нога. Нога. Рука. Возврат прикрыт. Катай. Вот. Маваты. Ще. Мугуры. Хаджимы. Ос. 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 Молодец. Ще. И пошли. Ос. 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 Красавчик. Ще. Вот. То есть ты подрос до возраста, когда у тебя уже не путается все, раньше путалось как бы. Ты психовал, расстраивался. Было такое? Сейчас подрос, у тебя уже, ну, так, сознательно скажем, спокойствие, перебесился или как это назвать, не знаю. Но видно, что ты вот делаешь, и у тебя получается. То есть ты чуть-чуть раз посмотрел, как бы, хоп, и повторил. И получается. То есть все время до этого то, что ходил, не получалось у тебя, ты как бы как созревал. Знаешь, как вот, блин, банан, ты идешь на дерево, висит где-то там, или там где-то обезьяны, какие-то деревья, он такой зеленый. Ты его можешь раньше сорвать, но из него ничего не будет, вот пока такой. Сейчас постепенно созреваешь, чтобы превратиться в офигенный фрукт. Фрукт тот еще будет. У меня ноги длинные, упорные, упертые, принципиальные. С таким характером, как бы гугур. Мугуры два раза. Джуджун, джуджун, хаджима. Ос, 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 ше. Ос, 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 ше. Второй раз. Ос. Ос, 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 ще. Вот этот подшаг, чтобы сократить дистанцию и сделать левую руку, да? Ос, ос, ще. Понимаете, подшаг это для чего? То есть мы когда поединок, да, на длинной дистанции, тут вот подойти к нему не дотянешься, нагибаешься, у него колено только быстрее, да? Простой комбинация из ранрака, то есть мы поворачиваемся, чтобы сделать ему удар туда, раз. Ногой, подошли рукой к макатане, смысл такой, шикан, коробка, как вот это объяснял, куча связок, которые мы делаем, у нас из ранрака раз, раз, у нас по ранраку есть раз, раз, макатане, связки, мы берем рука, нога, да, это ранрак, опять-таки, только руки здесь. То есть раз, базовые такие знания, они потом проистекают как комбинации, которые мы наносим.
А вот здесь они закладываются как такое базовое знание, которое потом высыпается. Маката? Ос. Один раз туда-сюда. Хаджи. Ос. 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 Ше-ше. Раз, сократите дистанцию. Ос. Ой, на бой сразу. Ос. Ос. Ше-ше. Еще такая штука, когда вы сокращаете дистанцию, да, сократили, сделали рукой, под рукой. Вот смотри, вот я стою, мои деньги видно. Видно? А если рукой, ты уже в самом конце увидишь ее, понимаешь? Как маскировка ноги, удар ноги, маскировка рукой. То же самое маваши, когда мы делаем, допустим, да? То есть мы сделали какой-то прямой, наклонились ближе, и нога вылетает из руки. В последний момент противник ее уже видит, когда она в голову прилетает. Но получается вот такая штука, сейчас покажу. Хоп, и тишина. Темно, человек теряет сознание. Ну, нокаут, короче. Чисто. Навра. Ос. Как? Финансовый рейтинг. Йой. Подсчет. Ич. Ос. И тут надо обязательно, чтобы ты туда вышел. Раз. Раз. С плечами. Не повернулся, шаг сделал, нанес ос. Сам на носочек легче будет двигаться. Назад отошел, поворот фронтально, блок. Ос. Высота эта должна остаться. Ножку подготовил, отошел, сделал. Ос. Освобождение от захвата вперед ножки. Ос. Эч. Ос. Не. Ос. Сам. Ос. Си. Ше. Ич. Ос. Заступ на носочек. И поворот. Это лучше, чем когда ты двигаешь туда-сюда. Потому что смотри, вот хочу я туда повернуться, да? Вот хочу я повернуться туда, ногу поставить, там что-то сделать тебе, допустим. Да, я веду ногу, опа! И не получилось. Что я делаю? Я падаю в эту сторону, правильно? Логично? А если я поворачиваюсь вот таким вот образом, ножку раз туда, да, и здесь я уже тебя хоп, достаю, понимаешь смысл? Ставьте ногу туда, раз, поворот. Поставьте ножку, хоп, поворот. Когда в большой толпе мы делаем кикон, частенько вот эти ноги мешают, да? И как бы когда мы ведем, бывает зацепляешься, как бы, и вот не это самое. Ну вот попробуйте понять, почему ставить ножку на носочек надо вот таким вот образом, может поможет. Эч. Ос. Не. На носочек. Раз. Ос. Прямо фронтально вышел. Фронтально. Блок. Двумя ручками. Ай, как будто, знаешь, вот, поединок. И ха! Человек упал. Красиво. То есть замах. И двумя ручками сделали. С реверсом. Серьезный пояс. Тут должно хиките присутствовать. То есть работа двух рук. Эч. Ос. Не. Ос. Сон. Ос. Сеть. Но потом снизу. Ос. Гу. Ше. Ше. Ич. Раз. Как у судаки. Ос. Ос. Коленочкой замах делается. То есть перешел ты здесь не отсюда, а вот отсюда. Потому что вот эту часть, атаку, помнишь, мои идеи, ты должен сделать. Не. Перешли. Ручки поставили над коленочкой здесь. Раз. Раз. Ос. Заступ. Похожее движение, когда мы ганрапу делаем, мы чего делаем? Ос! То есть мы поворачиваемся с блоком, правильно? И вот здесь та же самая ситуация. Мы должны сделать заступ, защититься. И только потом уже сделать маката. Ос! Перешли здесь. Ос! Ос! Ката какая? Финансовая идти. Начиная с пинара, возврат. Ос! Вот такой сразу ножки туда. То есть нету возврата такого, чтобы спортсмену показать, научить его, что он должен раз, раз. Уже нету этого. То есть ты должен, когда сделал какую-то технику, выйти, устойчиво стать. Чтобы сразу же можно было выйти в стоечку, либо там вперед что-то. Маката. То есть вот спина, начиная дальше пошло вот такие возвраты. Хопа. И выход, когда кикон катаем, то же самое. Ос, таким же образом. Тайтёку первая, вторая, третья, вот дубинамы, вот эти все выходы через вот такое
Макота? Ось. Александр Иванович. Пять раз. Ось. Выходи, команда, выходи. Станционовите. Ерой. Мукрый. Хаджима. Ось. 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 Сделать сколько раз? Пять раз. Можно креативность было проявить, и доделаешь что-то еще там, допустим, правильно? То есть седьмой тур у нас завершился, тут у нас отжимания. Макс, тебе нужно 25 отжиманий на кулаках делать, 15 пальцев, переходя дальше на колени. Раз, до 15, не важно, делаем. Вот. 35 пресс, 25 седалей. 35 сальто, 8 часов на одном пальце на одном.
Куда дать, Егор? Кирилл, слева. Можешь со всеми поделать следующую технику, у тебя предыдущая техника, что из нее присутствует? Все переходы в стойку. Стойка, когда ты следующий пояс учишь, предыдущий у тебя понимание находит какое-то. Так, вот для чего, периодически есть такая штука. А потом? Куда дать? Ост. Миги сантин дать ей. Ты. Ще. Шихану нравится, когда делает прямо техническое действие, видно, он очень офигенный методист, и он, если видит, что человек понимает как бы действие, да, то значит он ходил на сборы, разбирается, как бы не просто пришел сюда, чтобы там ему дали там возможность носить там новые цвет пояса. Он такой, как бы, изящный чувак, который, блин, понимаете? Ну, который там как-то делает, кто-то раз, он такой раз. То есть он в процессе такой. Как у Шина, голова полна, короче. Это хороший человек. Так. Икон кадр. Шестой тур. Мугури. Хаджима. Ос! 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 Стоечка колени. Ниже сядь, ниже сядь. Ниже сядь. Ос! Ос! Коленочки поднимай, ниже сидеть. Ос! Ще. Сидеть надо так, чтобы сзади человек подошел, поставил ноги и держался за плечи. Но какие вот эта стойка у тебя? А, ну когда в Кибадате, когда переходим, Санчик, там есть у нас, да? Надо, чтобы не такая стойка была, а подниже, когда у вас шире, спинку ровнее. Макатай. Ос. Мугурей. Два раза. Хаджима. Ос. Включаем. Ос. Ос. Ручки жестче. Прямо покажем себя. Поставь. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Ос! Ос! Ще! Навре! Ос! Примечание. Ученики должны перемещаться и выполнять боковые удары ногами и сура-седать. Стоечка сура-седать. То есть все удары, которые у нас тут есть, были на оси Гэри. Ще! Поставили сюда. Поворотик стопы. Сделали. Раз, раз. То есть должен быть через возврат. Оп-оп. Сюда. Покатаем. Ос. То есть лоу-кик поворот, шихан просит, чтобы сбоку было. Раз, поставили. Молодец. Ще. Лоу-кик. Раз, раз, поставили. Ще. Вот хороший лоу-кик, не знаю, этот самый. Бац. Покатаем. Ос. Дома проделать вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Ну это как примечание. Вот такая штука. Шестой ты, блин, не что-то там какое-то там. Передайте. Ос. Ой, ты. Все. То есть примечание к поясу прочитал. Кроме этого еще тут, смотрите. Здесь и далее указано количество двухминутных боев, которые в качестве единого шестого кюра. То есть с этого пояса там уже долбится как бы, да? Вот. Лица свыше 35 лет могут выполнять половину объема спарринговых и кондиционных нормативов. Ты сколько лет? 12. Не успел. Ты полностью дерешься. Сколько? 15. То есть моложе 35? Да. Ну значит ты полностью дерешься. Мне 40. И всю кондицию полностью как бы. И пошли все уракены. Молота? Ос. Макота? Ос. И все, хаджима. Хаджима. Ос. Ос. Стоечки, стоечки, стоечки. Задняя нога прямая. Че? Перешли, она прямая. Ос. Прямая. Ос. Понимаю. Ще. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Ще. Понимаю.
Вот мы зерном делаем. Где-то
сделаем следующую. Ну, по очереди. Сверху, снизу, сверху, снизу. Мало ли, снизу там получается. Хаджи. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Ще. Первый счет. Ич. Зелдан. Зинку сюда перешли. Ос. Второй санчи. Ручки потянули, переход ос снизу. Не надо прижимать к себе. Когда перешел, Санчин, перешел, вот здесь ты блок сделаешь, ты просто подставишь руки, чтобы по рукам тебя ударили. А ты должен сделать подальше. Подальше. Макатай подальше от себя, вот сюда, ос. На расстоянии. Ну вот, 90 пополам, еще чуть ниже. Вот. Следующее на что получается? Какуцу. Какуцу. Переходим вперед. Какуцу. Сделали. Молодцы. Вот. Маунты. Задней ногой. То есть мы вот перешли. Перешли, сделали. Маунты. Раз. Туда пониже сели. Ручки сюда. Раз. Ше. Покатались. Первый какой? Зинкуцу. Потянули поворот. Перешли туда. Сделали. Зинкуцу. Ми, Санчик, сделали. Гельдом, давай. Ос. Следующий капут сзади. Перешли. Зёрдан. Ос. Следующий. Отступили назад. Отступили назад. Ос. Сделали. Первый дзинкуцу. Поворот. Перешли. Зёрдан. Ос. Второй. Санчик. Ос. Ос. Сделали. Гельдом. Следующий капуцу. Ос. Отступили. Покинули. Ос. И пошли. Зинкуцу, зёрдан. Ше. Ос. Санчин. Гэдан. Ос. Капуцу, зёрдан. Ос. Повернулись, гэдан. Ос. И пошли. Эч. Ос. Ос. Ни. Ос. Сок. Ос. Си. Ос. И пошли. Эч. Ос. Ни. Санчин. Гэдан. Ос. Гэ. Капуцу. Ос. Заступ назад, задний немножко раз. Ос. Надо, чтобы раз по прямой сюда. По прямой, а не так, чтобы раз и потом сюда. Понимаешь? Наварем. Ос. Майка номер один. Квайте. Ще. И блоки. Секонд зюзю уровень сделали. Удары ногами. Келена ей. Ще. Вот сюда седать, помните, да? Ос. Должны перемещаться по примечания. Ученики должны перемещать полное перемещение. Должны перемещаться и выполнять боковой удар ногами сюда седать. Никогда не пропускать тренировки. На каждую тренировку приносить тренеру по килограмму конфет. Шоколад. Шоколад. Да, шоколад. Можем прочитать перемещение. Это для служебного использования. Тут даже вот написано, видишь, выделено, видишь черт. Видишь, выделено черт. Написано для служебного использования. А при выносе из спортзала необходимо сшивать. Ну то есть мы в любом случае должны делать раз. Лидер мы поставили макатай. Вот прям хлопайте ногой туда. Чтобы у вас ваш лоу-кик. А и поставили. Сбоку. Раз, раз, поставили. Майгей пас. Ай. Ну майгей у нас по двумкаю вперед, но смысл поняли, да? Неважно, если это даже ушибло, мы сделали раз, поставили. Через выход, через цурай седайте, за этим будут смотреть. Переходов в стойке цурай седайте вы не увидите. Но каждый раз, когда в кихоне вы будете делать, ножку не возвратили, шихан будет нервничать. Потом будете нервничать вы. Сначала на экзамене, когда пройду, скажут, молодец, красавчик, пришел, приходи еще, но в следующий раз. Маловато пока. Ну, лучше, конечно, но еще не так достаточно, как надо было. Чуть-чуть подправишь, и вот как бы это самое. И пошли. Что мы делать? Гэда мава сикэй. Вперед тусоку, назад хайсоку. Макота? Ос. Мугури каджу. Ос. Ос. И ос. Ше. Сбоку. Ос. Раз. Ос. Раз. Ос. Коленочку возвращайте, да. Ше. Увидит, возвращает. То есть. Сразу же обратите внимание, то, что вы, как в отличие от остальных спортсменов, знаете про сураси,
То есть у вас четко центр тяжести, нету такого, что вы сделали, так падаете и выворачиваете здесь на месте. У вас четко, вы сделали бац и провалились стоящий, правильно? То есть уже как-то, ну, классом выше лучше ставит. Как вы видите, шикарно, за этим все наблюдают. Ладно, там немножко качаетесь, баланса нет еще, как бы возраст еще, тело не такое твердое, что там не погнуться никуда, просто только доходишь ровно, не гнешься никуда. Плюс тоже есть. Мугурой. Один раз. Хаджима. Ос. И вперед, смотрите. Ос. Ще. Ос. 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 Ще. И пошли, хатсесу гирису хуто. Ножка повыше. Закидывается сверху внизу. Раз. Поставили макате. И тут смысл. То есть у нас попугай, когда мы гири мы делаем, мы проваливаемся вперед, чтобы спортсмен, который стоит, его делает вам гири, ты хватаешь задом. Хря! Я делаю мои гири. Слушай внимательно. Ну ты чего такой, как бы, шоколад купи, орешки кушай, чтобы мозг развивался. Спортсмены делают майдель, он хватает ногу, раз, схватил. И наша задача вниз провалиться туда, чтобы он не это самое, вот так надо делать. Майдель, поняли? То есть вы делаете майдель, бац, ему туда поставили, ну, мягенько, чтобы было не слышно, чтобы было. Раз, поставили, аккуратненько. Слышал что-нибудь? Молодец, отжиматься не хочешь. Оп! Красавчик. Приготовились. Какой удар? Концепцию гири. Концепцию гири делается в коленочку. Коленочка у нас высота. Видите какая? То есть не сюда, но повыше делайте. Хорошо? Ос. Потому что если мы ниже, ну, ниже. Уклон бьем. Будет. Тут не сказать, что я старенький, растяжки нету. Как это? Ты что, коленку даже поднять не можешь? Это где видно? Это вообще цирк. Не допустим цирк. Наша задача сделать так, чтобы Шихан не ослеп, когда увидел вашу технику. Нет, главное, чтобы красоты. Ренька попросила, тренируйтесь так, чтобы Шихан наш не ослеп, короче, от вашей тени. Хаджи. Ос. 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 Пяточка повыше. Вытянули, повыше, вытянули туда. Повыше. Повыше туда. Ос. Че. Повыше надо, повыше идет. Прямо, прямо задрали сюда, как будто хит задели. Сделали, вытянули, поставили. Еще раз покажу, пяточка выше должна быть. Ос. Вот здесь, то есть бедра доворачиваются. Бедра завернете, тогда пятка повыше. А вот сердочек повыше. Ос. То есть вы ударную часть не чувствуете, то есть вы идете просто ногой. А это чревато переломами пальцев, растяжением лодыжек. Тюдан йока гири. Мугурой. Хаджи. Ос. 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 Ще! Дурасе, дайте. Сделайте, быстро выкручивайтесь назад. Используйте положение, когда ще! Вы делаете, то есть ноги, вы сделали его, да, удар сделали. Выдернули, то есть за счет поворота ноги и бедер. Выдернули, просто ножку на себя выдернули. То есть у вас улетела она. Макатай. Ос. Еще разок, хожу. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Ще. Наура. Ос. Ос. Мои гады морели. Майтей. Ще. И пошли. Спина надо делать дорожки, которые мы можем. Которые мы делали. То есть переходим вперед и вырываем ручку. Отсюда. Дубли, раз, хаджу, раз, раз, и здесь что у нас? Yes. Сделали, раз, тенсочек зовите, ус, вперед шагнули, сделали, ус, теперь в левую сторону, посмотрели, ручки, вырвали сюда, ус, 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 ус. Макота. И вот так вот поделаем сейчас. Чуть поближе подсеменили сюда, чтобы вас было видно все ваши красивые безумные.
Колено сели, колено чуть пошире, ножки стопы вкрутили. И хорошо, эч, ос. Ручки сюда вот так вам уходят, раз. Не прижимайте себя, не ровно. Не надо к себе вот так вот, когда вы сделали, Кирилл, не надо прижимать к себе, то есть раз, ровненько. Положение такое и прижаться, раз, сюда. С другой стороны Макс. Это с судом Аваси у тебя делается не здесь, а сюда, и здесь сюда тоже сделал, то есть с этой стороны. С другой стороны, да. Он правильно сначала сделал? Нет. Нет? И отсюда нужно как пружинка такая вверх. Покатай. Ос. Потому что тут дерево такое стоит, его подрубили, и ты делаешь хаджима. Эйч! Ос! И вот ты должен выдержать это дерево, понимаешь? Это же зелый МК! Ты должен так его сделать, чтобы в твоей стойке, да? Кшира! И ты остался в этой стойке, тебя не свалило никакого дерева. Вот так? Ос. Дерево было слишком не по тебе. Так что сделай. Кшира! Ты должен не просто, помнишь же, да, схватили за руки здесь, вот. Схватили тебя, дай мои конфеты в платоны. Конфеты отдай, ты делаешь блок, раз. И он должен, как бы, все. Поняли смысл? Хаджима. Эч. Ос. Над плечом. Молодец. Кисть отогнута. Кисть здесь отогнута, когда ровненько она стоит. Чувствуешь, что напряжение здесь? Отгибай. И оно здесь жестче, ну, больше напряжения. Соответственно, предплечье чувствуется. Раз, отгибаешь, жестче. То есть удар этот, ударная часть напрягается, и предплечье все само тоже напрягается, жестче удар. Сам вперед толкнули. И постояли, чтобы не шататься, чтобы положение в этой стоечке было выдержать такое, как надо. Сей! Олс! Вот, видишь, то есть удар сделал, тебя откинет в сторону, потому что и сделал, и выпал со стоечки, как бы положение не четкое, не жесткое. Сильный удар может только быть, если сильные ноги. То есть жестко стоишь. Может, и присогнуты чуть-чуть. Майк Тайсон очень много приседаний делал для ног упражнений. И до сих пор во всех роликах, в чем сила удара, рассказывает в ногах. Ну, если сильный, сильное положение, ты плавишься туда. Эч. Ос. Не. Ос. Сон. Олс. Си. Г. Олс. Ич. Олс. Ни. Олс. Сон. Олс. Макс. Г. Ры. Олс. Ич. Олс. Ручку ты одну сюда, а эту сверху. Как на полочку такую, раз. Эч. Олс. Вот здесь вот ровненько, смотри. Вот в этом месте ровненько, раз. Ровненько. Кисть. Оп. Ровненько. Раз. И сюда тоже кисти ровненько. Здесь на уровне глаз, а здесь назад настолько, чтобы раз сюда. И вот глаз видно будет, да, где бровь у тебя. О, вперед смотри туда. Раз. И чтобы это выше головы было. То есть выше туда больше. То есть. Вот. Вот так вот. Чтобы выше головы ты постарайся, чтобы было. На уровне глаз. Да, у нас сколько тебя нет сам. Эч! Сверху ща замах сделали, кисть отогнули. То есть она стояли, когда вы, да? Она летит, и кисть отгибается. Ша! То есть вот. Стояли вы, и сверху наносится удар, кисть отгибается сверху, то есть отсюда, когда? Эч, кисть, да, чтобы видно явно было, то, что вы там считаете, я сделал достаточно, больше не могу. Шихан может посмотреть, да. Ну понятно, не хочет, не хочешь, как хочешь, есть требования, целая стопка требований, короче, их надо выполнять, не выполняешь, значит не делаешь, не можешь, не хочешь. Эч, крутились. Полос. И теперь на один счет, как подсчет, как у нас делается, как
осы все вот на ключевые моменты, на технические действия. Ич. Ос. 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 Первое, да. Ней. Ос. Ос. Сам провалились. Ос. И сделали сразу. Ну, ос. Да, там паузу делали для того, чтобы человек провалился и вкрутился. Потому что бывало, что сразу берет туда, ну то есть нету того, чтобы оттолкнуть противника полностью и потом сделать к нему. А, когда быстро делают, просто сразу раз, а то и просто сразу же топнуть ногой туда. Ну то есть вообще как бы исходил такой. Ич. Ос. Ос. Тут надо ставить так, чтобы палочку поставил и в глаз попасть. А ты ставишь так, что тебе в горло попадает. Ну ниже гораздо. Закрой горло свое, горло закрой, вот. Горло, челюсть. Сон. Ос. Сей. Ос. И на один счет сразу, все. Эч. Ос, 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 ос. С той ритмикой, как в кадре. Эч. Ос, 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 ос. Ней. Ос, 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 ос. Сон. Ос, 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 ос. Но надо обязательно провалиться туда, то есть, чтобы был вот этот, чтобы обязательно был туда. Что же еще? Покатай. Ос. Отжимай. Ос, 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 ос. Четко, давайте теперь лицом сюда встанем. Точно в это же положение. Лицом, лицом, лицом. И подайте так. Раз, один назад, марш чуть-чуть назад, мы здесь. И пошли хорошо. Эч. Ос, 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 ос. И чтобы это было вот до той высоты, где положено, не шевелилось дальше. Ней. Ос, 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 ос. Постарайся, когда ты делаешь, чтобы тело не шевелилось дальше. То есть ты делаешь как бы, да, раз, чтобы ровненько было, не так, что а раз, у тебя так вот, коленки как бы пошли ноги. Ней! Ос, 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 ос. 1500. Сон, 1400. Ос, 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 ос. А у тебя вот так вот было дальше. Отвлек тебя, запутал ты. И сразу. Эч. Ос, 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 ос. И пошли. Мугуры 10 раз. Каждый. Ос, ос, ос. Ос, ос, ос. Ос, 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 ос. Ос, 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 ос. И стандартное без разрушки. Ос, ос, ос. Стандартное. Назад. Я понимаю, в этом жестче, но надо, чтобы здесь жестче было, здесь больше вверх выводить. Здесь, когда ты делаешь, вот здесь, делай. Ну делай, вот. Вот у тебя частенько вот сюда вот оно, далеко слишком. А но когда ты делаешь сюда подальше, жестче вроде как получается, да? Но правильно сюда для того, чтобы выше головы. И башню сбоку защищаешь, чтобы сверху палки не дали, короче. Потому что бывает, дерешься с этим противником, когда туда ему башню бам, залетает. А тут какой-то дровосек, елки-палки, с поленом сбоку. Ха! Макота. А ты сразу ша! Ну, то есть ты можешь двойные блоки вот эти все. Отжимай! Чтобы это не такая мешанина была, все! То есть жесткие, четкие, рубленые, короткие движения. Катай? Ос. И чтобы ровно, 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 не так, что. Не знаю чего. Наура. Ос. И нансу на ней. Йой. Мугурей. Хаджимай. Ос. Ос, ос, вот это не прокатит, я тебе говорю,
Ос. Надо полностью делать. Ос. Ос. Руки больше. Не делай короткие. Побольше руки сделай. Побольше руки. Ос. Ше. Ше. Ос. 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 Вот получено. Ос. Ос. Ше. Вот. Вот здесь у тебя он жестко не будет, он будет ниже, жестче здесь снизу. Покатаем? Ос. Науре. Ос. Ясуме. Заправились, поправились. 15. Майте добрае. Майте. Все. Вот вы здесь сделали. У нас сюда эти стали. Защитились. Раз, раз. Встали в это положение. Встали. И продолжаем дальше эту дорожку делать. Эч. Ос. 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 И второй раз так же зеркально. Хаджиме. Что у нас там было? Ос. И пошли вперед. Ос. 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 Молодцы. Ос. 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 Тут быстро летит, быстро, а ты медленно, быстрее гораздо. Не сбить, когда ты с такой скоростью будешь, не сбить. Надо сбив сделать, а ты давишь как бы, ты сдавливаешь руку, которая тебя схватила. Еще в обратно, потом мало, ты блок сделаете и замрите. Раз. Ос. И сейчас ручку еще левый дзёдонукэ поставьте туда. Руку над коленом. В обратную дзинкусу. Раз. Ну, можно, да. И отсюда быстрые, быстрые такие переходы. Чум. Хаджима. Раз. Ос. Раз. И теперь делаем еще раз назад. Назад. Центр тяжести. Раз. И еще разок. И запомните это. Сейчас с другой стороны то же самое поделаем. Хаджима. Ус, ус. Молодцы. Теперь делаем шажочек вперед. Раз. Дзёдонукэ. Да-да-да, мы вперед идем здесь.
Так вот, в обратно дзинкуцу. И пошли быстренько. Эч. Ос. Не здесь, а сверху. Сверху и давай. Вот, на тебя схватили. Давай, раз. Опа, ослабил. И здесь ты сбить должен. Но не вот этим местом, а вот этим. Ос. Палкой ты когда взял двухметровую палку, ты же будешь защищаться концом палки, да? Ос. Ты же не будешь серединой бить его, да? Ну смысл, надо концом, чтобы он до тебя не достал. И сильнее удар, там амплитуда гораздо сильнее. И пошли вперед. Три раза вперед, мало ты, три раза назад. Мало ты с таким же блоком. Хаджима. Ос. Ос. Мало ты. Раз. Повернулись и крутанули сразу. Раз. Ос. И пошли, пошли, пошли. Стали. Локоть больше сюда. Ос. Быстрее надо, быстрее. Вот эта рука быстрее, она должна шу-шу. Ос. Ты должен как будто, представь, взял шпагу и, короче, пописал. Меч взял, ну, эту заточку схватил и пописал всего за доли секунды 59 раз, короче. А ты что-то такое, такой давишь. А ты должен раз-раз быстренько, понимаешь? Хаджима. Раз, повернулись. Ос, ос. Еще быстрее надо, быстрее. Упражнение, знаешь, какое помогает? Становишься и плечами, руками вперед машешь. Вот это, чтобы ты быстро. Макота? Хаджима? Да-да-да. Ос. Алло-ло. Ос. Алло-ло. Ос. Алло-ло. Ос. Алло-ло. Ос. Да-да-да. Ос. Ос. Давление, погода меняется. Погода меняется, ос. Давление. Если за что, мониторить сразу. Алло, алло. Слышно? Ос. Алло. Алло. Слышно? Ос. Ос. Если давление меняется, снимем. Ос. И повторяем руки туда. Ос. Ос.
Ос. Поближе сюда двигайтесь. Тан-тан-тан-тан-тан. Кирюха берет Егора за вытянутые руки вперед. Руки раз. Макс, иди туда ближе, смотри. Вытянутый вперед. Твоя задача в мою сторону выйти в капот Судати и выдернуть хаджима. Ты должен удержать. Вот по-настоящему держи предыдущее положение. И вот попробуйте так поделать. То есть, ну, это бункай, как расшифровывается все это. Ты должен удержать. Назад еще раз, предыдущий. Вот сейчас возьми, но ты медленно веди. Прямо обхвати его назад. Вот, обхвати. Ближе встань к нему, ближе встань. Раз. На ручки выпрями. И вот обхвати. Видишь, он тебя держит. Вот сейчас медленно выходи в это положение. А мы отсюда посмотрим, как себя кисти ведут. Хаджиме. Раз. Видишь, у тебя уже ослабли. Ослабла с этой стороны, хватка ослабла и с этой, да? Даже если не получилось в этой ситуации, то есть он вверх вырывается, хаджима, раз, и сбрасывает твой захват, то есть понимаешь, понял смысл? Вот попробуйте ты десяточек раз сделай, освобождайся, и ты освобождайся тоже, макатай, хаджима. Ты должен к нему встать и на бок сюда. Если, еще смотри, какая штука, то есть получается как? Вот он, Егор стоит, он меня берет за руки, да? Если в этой ситуации я не сделаю центр тяжести пониже туда, мне сложно будет двигаться, прикладывать усилия, будет гораздо сложнее, понимаешь? Если я сделаю сюда недостаточно, видишь, ничего нет, ну он еще держит, да? А если я в этой ситуации сюда, он уже там, видишь, такая вот положение у него, поэтому надо подальше. А здесь недостаточно. А вот здесь уже кисти надлавливаются его. И держит тебя. Раз. Понимаешь? Если здесь, то ты еще держишь, да? А здесь нет уже. Понял, почему сюда тоже в том числе? То есть твоя задача скрутиться сюда и сделать. Вот. Хаджима. То есть. Не, ты пониже сделай, как бы, чуть-чуть помогай ему. У вас все-таки физические силы разные, да? Но здесь, как бы, если ты не будешь так вот сверху, ручки сверху. Первое движение сделай и замри. Раз. Спинку выпрями. Раз. Сюда подальше. Раз. Если даже не получилось, дальше заводишь, видишь, у него тут уже ослабло, да? И тут ты двигаешь в сторону большого пальца. Вот здесь. Раз. Опа, у него скидывается вот так. Раз. И здесь. Нападай. Вот. Тут немножко ты еще, когда стоишь, да, он тебя держит, ты как бы, то есть получается, немножко от него отходишь назад, потому что здесь в капусту, да, если ты станешь, как бы, он уберет руки, убери руки. Я буду как бы центр тяжести сюда падать. То есть мне нужно немножко подальше. Здесь есть смысл освобождаться, когда тебя схватили так вот таким вот образом. Чуть назад на себя. Туда, то есть вот он. Отойдешь дальше, вообще вот процентов 100 получится. А если стоять на месте, да, как бы, то есть видишь, вот медленно, он еще может как бы, да. А если чуть дальше, если чуть с небольшим отшагом назад, с небольшим отшагом. То есть здесь, кстати, не обязательно даже как бы блок этот делать, да? То есть можно каким образом поступить? Тут ты можешь вырвать, и здесь ему сразу же нанести как бы удары туда. Ура! Башню дали. Можно? Вот таким попробуйте. По очереди попробуйте. Не спеша, без суеты, как бы прочувствуй, медленно прочувствуй, как вот смысл этот. Будете понимать смысл?
Видишь, он освобождается, ничего не сделать, как бы. В ответ даже слабая женщина может таким образом руку чуть в сторону прокрутить. Вот смотри, ты берешь, да, когда берешь ручки, раз, трепыхаться, если не будет, как бы, раз, вот сюда вот так, раз, и уже освобождается. Оп, можно в одну сторону, то есть можно в одну сторону закрутить, можно в другую сторону закрутить, вот так. Вот он наш блок. Держим. То есть вот он наш блок. Раз. И вот это движение. Раз. Если мы резко делаем, мы освобождаемся. То есть оп. А раз. А раз. И разрываем здесь сторону. Больно? Ну, так, мышцы скручивает. Раз. И в сторону. Угадай? То есть освобождение. Все освобождение захватов. Учи-ука тебя не было, когда показывали, да? Держишь. Был Макс. А? То есть, где-то на разе. Замах на где-то на разе. А раз. С другой стороны. Раз. Освобождение как бы. Не освободился. Вот он блок как раз. Ну-ка, да? Учи-ука. Раз. С другой стороны. Раз, не освободился, раз, освободился, сопулка, с одной стороны, раз, не освободился, то есть здесь, хоп, второй, раз, сбоку, раз, еще с предыдущей попробуем, раз, покатал, взял домукой, раз, поставил, освобождение, с другой стороны, раз поставил. Освобождение. Еще разок. Раз. Локоть главное сюда поставить. И вот оно освобождение. Махата. Вот это все можно. Вот. Сейдза. Ос. Ос. И вот так вот, если поразбирать каждую технику, которую мы делаем, поделать медленно в паре, офигеть, там столько всего интересного, то есть это целый кладезь, короче, да? То есть берешь руки, раз, освободился. Даже сильный человек, если будет сжимать, то есть здесь он тебе еще даст, как бы, да, сдвинуть. Не дает, как бы, можно ногой ему туда напугать, и будет сбиться туда уракать. То есть все зависит от того, как вы трактуете вот эту технику. Чтобы ее трактовать хорошо, надо много лет тренироваться. Ос. Понимать ее смысл. Если делаете, понимаете, как бы будет легче получаться. Макса? Макота? Ос. Максо. Симпания рей. Раз.